Здорово, народ. Ну что, пришло время подвести итоги нашего эксперимента. Какой же Гибсон больше всего понравился народу? Самое интересное, что когда я подводил итоги этого всего, да, вот, видали? И какие-то прям гитары начинали конкретно лидировать, а какие-то прям конкретно отставать. Например, одна гитара получила всего-навсего 17 голосов, а лидер гитара на первом месте, которая, она получила 118 голосов. То есть вилка очень большая. Статистика делалась на основании почти 500 сообщений под этим видео. То есть, но вы знаете, общая картина начала уже появляться практически там после каких-то сообщений. То есть уже вот какие гитары лидируют, такие лидируют. Какие отстают, такие отстают. То есть нет такого, чтобы примерно все там, знаете, были как-то любимы равномерно, да? Нет. То есть у нас четкие есть гитары, которые лидеры из этих гибсонов, и есть четкие гитары, которые с большим отставанием шли. Так что все-таки народный слух, так сказать, все-таки мнение большинства, оно тут куда уместно. Что ж, давайте посмотрим общую статистику того. Начнем с последнего места и закончим первым местом. Сразу скажу, что я тут оказался абсолютно с мнением большинства. Та гитара, которая на первом месте, она является и моим фаворитом тоже. Что ж, давайте приступим. Погнали! Thank you.
Ну что, народ, вы думаете? Вот такой получился интересный эксперимент, что все гитары все-таки звучат по-разному. Конечно, гитары звучат по-разному настолько, что просто обалдеть как. Также я видел комментарии, где люди пишут, да, приблизительно звучат все одинаково, я вообще не заметил никакой разницы. Есть еще видео интересные по поводу стратокастеров, тоже там 50, 60, 70-х годов, на этом же канале. Но это уже не так интересно, потому что среди стратокастеров все-таки производство было более-менее одинаковое. И они вот действительно звучат, ну, практически одинаково все. То есть даже вот просто неинтересно смотреть видео сравнений, потому что, ну, просто везде, ну, практически одинаковый звук. И действительно, настолько минимальная разница, что все-таки стратокастеры Fender делались с намного лучшим контролем качеством в свое время, да и, в принципе, во все года, чем, конечно, Gibson Les Paul. Что ж, вот такой вот эксперимент. Спасибо всем, кто комментарии писал. Гитара номер 6, Les Paul 59-го года. Выиграл! Ну что, кстати, и неудивительно. То есть именно эта модель, она и ценится больше всего. Если мы с вами посмотрим на стоимость этой гитары конкретной, это, конечно, будет просто космический ценник. Все, товарищи, до свидания, до следующих видео. Пока!